Почти 60 лет назад японская школьница Садако Сасаки, заболевшая лейкемией после атомной бомбардировки Хиросимы, прославила на весь мир бумажных журавликов. Днем и ночью она делала эти фигурки в надежде на то, что они помогут ей выздороветь. Спустя годы именно журавлик стал символом благотворительной акции «Талисман надежды», проводимой телекомпанией «Волгофильм» при поддержке городской администрации. Студенты саратовских и энгельских вузов изготовили 1000 разноцветных оригами, а волонтеры обменяли их на подарки для детей, которые долгое время находятся в стационарах на лечении. Партнерами акции стали более 30 компаний. Среди них и общественная организация «Родник». И вот долгожданный момент. У маленьких пациентов Саратовской областной детской клинической больницы был настоящий праздник. Веселые игры и конкурсы, воздушные шарики и развивающие игрушки. И, конечно, сладкие подарки. Здравствуйте, дети! Не слышу. Здравствуйте, здравствуйте, родители. Разрешите поздравить вас с праздником. Пришли порадовать вас, но вместе с вами порадовались и мы тоже. Здоровья. В первую очередь хочется пожелать вам здоровья, чтобы вы поскорее вернулись домой, в свои семьи, в свои дома, чтобы все ваши пожелания исполнились в этом году. Всех благ вам, всего-всего хорошего. Хорошо. Я вот до этого лежала в больнице. Ну, у нас в Ершове как бы, у нас такого никогда. А здесь хорошо, здорово. Детям хоть веселье, радость. Подарки получили и дети, которым нельзя вставать с постели. В первую очередь это маленькие пациенты отделения онкологии. К ним праздник пришел прямо в палаты. Волонтеры вручили мягкие игрушки и комплекты постельного белья для сладких снов и скорейшего выздоровления.